Всем привет, меня зовут Рия, я модель, а как вы знаете, моделям нужно всегда оставаться в отличной форме, поэтому сейчас я поделюсь с вами своими лайфхаками о том, как не поправиться, сидя дома. Во-первых, готовьте, а не перекусывайте. Каждый раз спрашивайте себя, вы сейчас настолько голодны, чтобы съесть тарелку пасты, или, может быть, вы просто хотите отвлечь свое внимание на шоколадку. Во-вторых, занимайтесь понемногу, но часто. Каждое утро, день или вечер я открываю YouTube, нахожу какую-нибудь тренировку на 10-20 минут и занимаюсь. Я не люблю длинные тренировки, потому что когда ты видишь, что тренировка длится час, на нее гораздо сложнее найти мотивацию. И третий совет – занимайтесь в перерывах. Я работаю по технике помодоро, когда 25 минут ты работаешь, а потом 5 минут ты отдыхаешь. И в эти 5 минут я делаю какие-нибудь физические упражнения, будь то бёрпи, приседания или просто пресс качаю. Сейчас я покажу вам свои 3 любимых упражнения, которые задействуют все группы мышц и доступны буквально каждому. Итак, приступим. Встаем в планку и поочередно подтягиваем колени к локтям. Выполняем по 10-15 раз с каждой ноги. Затем остаемся в планке и выполняем повороты корпуса. Примерно 10-15 раз. Заключительное упражнение. Встаем на четвереньки, вытягиваем правую руку и левую ногу, затем подтягиваем их к себе и снова вытягиваем. Возвращаемся в исходную позицию и меняем руку и ногу. Повторяем 10 раз с каждой ноги. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Желаю вам не унывать, не переживать. Скоро все наладится. Спасибо за просмотр и хорошего вам настроения!